Друзья, в эфире телеканала «Шансон ТВ» большой популярностью пользуется программа «Звездный пасьянс». Но веду ее не я. Однако сегодня, пользуясь случаем, я буду раскладывать «Звездный пасьянс» на Славянском базаре в Витебске. Сашенька, я помогу, только скажи, на кого будем гадать? А на даму Бубе. Хорошо, смотрите, давайте будем гадать. Король. Десятка. Это означает, что наша дама счастливая. Смотрим дальше. Смотри, как замерзал. Туз. Туз. Еще один туз. Четыре туза, Саш. Что это значит, скажи? А это уже означает, что дама бессовестная. Ну, потому что, когда у нее есть счастье, к ней еще четыре туза идут, по-другому эту даму не назовешь. Ты знаешь, я могу назвать эту даму, сейчас, наверное, уже начнутся аплодисменты, как мне кажется, ведущая программы «Звездный пасьянс» на телеканале «Шансон ТВ», певица, да что там, бубновая дама шансона, бессовестно счастливая, Катерина Голицына! Вечер, моих ошибок не перечесть, но верю в счастье, опять влюбляюсь, ведь я такая, какая есть. Бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная. Живу надеждой, живу мечтами, ты просто рядом, ты просто здесь, и мы друг друга узнаем сами, ведь я такая, какая есть. Бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечта. Мечтами окрыленная, бессовестно.
Катерина Голицына и шоу-балет «Сенсация», руководители Роман Рыков и Елена Бруева. Спасибо, тульский пряник традиционный. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Ой. За вашу песню. Спасибо большое, дорогие мои, 10 лет телеканалу «Шансон ТВ». В этом году было замечательному фестивалю «Славянский базар». Я очень люблю вашу страну, я очень люблю нашу страну, потому что это наша общая страна. И я хочу, чтобы эта традиция встречаться здесь, на этой сцене, каждый год продолжалась бы еще несколько раз по 25 лет. А «Шансон ТВ» долгих-долгих десятилетий вот такой же плодотворной творческой жизни. Смотрят все! Ура! Катерина Голицына! Добро пожаловать!